После осеннего топа люкса было много сообщений, а где же ниша? Ну, как же мои обзоры и без ниши-то, друзья? Повторюсь, что это будет не первое и последнее место. Все ароматы очень крутые, и если чуть больше хвалю какой-то аромат, то это не значит, что остальные хуже него. Вот у меня много людей писало в комментариях вот с прошлого видео по поводу люкса на осень. Вот ты Диором сказал, что он лучше всех, а остальное получается так себе. Но нет, конечно. То есть я стараюсь выбирать лучшее. Если вы видите, что мое видео называется топ-10, например, ароматов на осень в нише, то поверьте, я старался. Я выбирал, я разнашивал каждый аромат, спрашивал мнения людей, друзей, напрашивался на комплименты, сам запоминал комплименты, когда мне их говорили. Это лучшее из лучших, на мой взгляд, на данный момент. Вот, поэтому, если какой-то немножко больше хвалю, это не значит, что он лучше всех остальных. Они все очень крутые, все достойны внимания 100%. Ну, также хочу напомнить, что лучшая благодарность для меня – это лайк, комментарий, подписка на этот канал. Поэтому, если вас не затруднит, как говорится, сделайте это, пожалуйста. В этот раз не буду мучать вас длинными вступлениями. Погнали! Всем привет! Это Илья Парфюмер, и сегодня топ-10 мужских нишевых ароматов на осень от меня. Ну, начну я, наверное, с вот этого красавца. Это очень крутой аромат, ребята. Он очень классный. Это Orto Parisi. Аромат называется Brutus. Ну вот, сразу хочу сказать немножко о флаконе. Посмотрите, насколько все красиво. Вот эти обтекаемые формы. Знак бесконечности. Вот такой вот логотип. Очень красивый. Здесь как дерево, металл. Вот знаете, какие ощущения? Вот когда iPhone новый покупаешь, вот открываешь коробку, вот эту слюду, вот все такое качественное сразу говорит нам о качестве, то вот здесь то же самое. Очень качественная презентация, очень качественные флаконы и не менее качественное содержимое. Просто пушка. Аромат вот просто пушка-петарда для меня. Яркий, сладковато-удовый, мужской. Аромат от Александра Гальтьери. Это нос. Он создает шикарные, на мой субъективный взгляд, ароматы. Это относительно новый, кстати говоря, парфюм. Ему буквально 5-6 лет. Для меня это как будто политкорректный афганец, что ли. Вначале вроде ничего такого. Но как только аромат начинает раскрываться или подхватываться ветром, это просто вау, это просто вау. Чувствуется ут, он как будто здесь на втором плане, за теплыми цитрусами и легкой вот этой терпкостью, то ли бергамота, то ли табачного листа, вот что-то такое здесь определенно присутствует. Аромат очень интересно ведет себя при разных температурах. Вот его фишка — это то, как он ведет себя при разных температурах. Я часто вот надевал его этим летом. В жару он сидит достаточно близко к коже, то есть он не удушает окружающих, но при этом его отчетливо все вокруг будут слышать. Но стоило мне, например, зайти в магазин, вот где работал, скажем, кондиционер, и было прохладно, Brutus сразу начинает играть просто нереальными волнами, просто нереальными. Очень красиво шлифит, красивым таким удом с цитрусами, как будто растертыми на табачном листе. Его можно надеть на работу, можно на прогулку, можно на свидание. Он крут. Он реально крут. Сразу понятно, что на вас хороший, дорогой мужской парфюм. Недавно приходил к отцу приятеля, он заказал у меня аромат, и мне нужно было ему его отдать. Мы буквально только встретились, поприветствовали друг друга, и он говорит мне: «Вау, Илья, что на тебе за аромат? Чем ты пахнешь? Очень круто». Очень круто, то есть сразу, да, стойкость 12 часов, шлейф выше среднего у него, как-то вот так, вот такой вот аромат. Ребят, рекомендую всем, попробуйте его, я думаю, будете лучшими друзьями с Брутусом надолго, 100%. Orto Parisi, Brutus. Дальше новиночка, ребят, очень тоже красивый аромат, вот такой вот красивый флакон. Это Микалёв Десир Таксик.
Новинка 2019 года от крутейшего бренда, я считаю. Покорила всех, кому я предлагал ее послушать. Покорила меня, покорит вас, когда вы с ней познакомитесь, 100%. Немножко о бренде сейчас расскажу. Это семейный подряд, муж и жена. Он создает парфюмерные композиции совместно с парфюмерами. Она обрамляет эти композиции в шикарные флаконы из материалов, как видите, высочайшего качества. Вот как закрывается крышка, послушайте. Ну, во-первых, все так плотно, качественно. Слушайте. Очень красиво. Посмотрите на материалы. Как это все расписано, вот такие вот узоры. Все как будто вручную покрашено. Наверное, вручную и покрашено. Очень качественно, одним словом. Это читается, ребята. Вот это все качество читается, когда держишь флакон в руке, открываешь, закрываешь крышку, нажимаешь на пульверизатор. Это все читаемо. Аромат из коллекции Jewel, в переводе значит драгоценность. Парфюме серии, знаете, я знакомлюсь с ароматом и сразу вау, и сразу хочу флакон. Вау, просто. Просто класс. Для меня этот аромат просоченные взрывные цитрусы, черную смородину с такой немножечко легкой терпкостью бергамота, что ли. Он же слегка освежает всю композицию в целом. Шикарная пряная база у него из бобов танка и ванили. Они как бы увлажненные пачулями немножко, если можно так сказать. Слышу также тут легкий оттенок сигарного табака или сигаретного, наверное, больше сигаретного даже. Хотя он в пирамиде не заявлен. В целом аромат мужской, это 100% здесь читается. Фужерно-шипровая пряная композиция. Доступен во флаконе объемом 100 мл. Вот он у меня в руке. В концентрации Eau de Parfum. Стойкость просто нереальная. 12 часов 100%. Как же он пахнет, ребята. Очень крутой аромат. Я думаю, вам точно он понравится. Реально очень классная новинка, о которой мы еще очень много услышим. У него сильный шлейф. Для меня этот аромат пахнет, как, знаете, как охлажденный кальян, чаша которого набита дорогим таким цитрусово-ягодным табаком и добавлена еще немножечко, щепоточка буквально мяты. И вот все охлажденные элементы в этом кальяне, в трубке, есть такие, знаете, антифриз там, что ли, охлаждающие такие штучки в самой трубке, чтобы дым охлаждало, и в самой колбе присутствует лед, чтобы сам дым был очень прохладный. Очень сочно звучит цитрус. Он немного свеж, слегка терпкий, и после уже слышны ягоды черной смородины. Вначале парфюм немного рисковат, но буквально через минут 20, как только он подсохнет на коже и раскроется, его звучание будет довольно политкорректным. Аромат нравится. Аромат очень сексуальный. Получил комплиментов от девчат просто очень-очень много. Для меня эта история куда угодно. Ну, куда угодно, кроме работы. На любой возраст и под любой гардероб. Поэтому, ребята, всем рекомендую с ним познакомиться. Действительно, очень-очень красивый аромат. Вот на осень это будет просто то, что нужно. Микалёв Десир Таксик. А мы идем дальше. Парфюм Де Марли Лейтон. Конечно же, парфюм Де Марли Лейтон. Французская марка. Немножко о бренде вам вначале расскажу. Французская марка, которая вдохновилась эпохой времен Людвига XV, замком Марли, увлечение короля лошадьми и 18 веком в целом. По флакону читается, наверное, да? Все это откликается на самом флаконе. Их ароматы не имеют ничего общего с винтажностью, как может показаться. Как многие говорят, бабушкин припыленный сундук, вот пудра, нет. Здесь скорее несется идея вот аристократичности, эксклюзивности и дорогого звучания. Тут с первых нот понятно, что аромат нишевый, ребят. Я его просто обожаю. Это мой любимчик. Я его летом носил, часто надевал. Комплиментов просто невероятное количество. С люксом его спутать невозможно. Лучший мужской аромат про яблоко и ваниль, я считаю. Эти ноты отчетливо различимы в этом парфюме. В целом у этого парфюма очень богатая, на мой взгляд, пирамида из бергамота, лаванды, яблока, ванили, цитруса, обилие цветов и пряностей. Намешано все, как вы поняли. Но это очень красиво звучит.
Я считаю, это чемпион по завоеванию женских сердец, потому что на мужской коже раскрывается просто потрясающе. Он очень сексуальный. Очень. На свидание это то, что доктор прописал. У него хорошая стойкость 12 часов, у него сильный шлейф. В общем, почитайте отзывы на моем инстаграме, ссылка будет в описании под видео, и вам все станет очевидно с этим ароматом. Вы его закажете, оставите мне потом такой же хваленый отзыв о нем, и поблагодарите меня за то, что я его вам порекомендовал 100%. На прохладные температуры это то, что нужно. Сладковатый аромат с небольшой долей животинки. Она все же здесь присутствует, но никак не отталкивает. Очень красивый. В целом марка Parfum de Marly очень нравится. Соберу еще пару ароматов и сделаю полный обзор на этот бренд. Он достоин внимания. Щедрые флаконы 125 мл. И довольно приятная цена. Довольно приятный ценник. Поэтому, ребята, всем рекомендую обратить на него внимание. Еще у меня спрашивали, какой лучше классический. Вот у меня в руках классический или эксклюзив. Эксклюзив немножко ярче, понасыщенней. И мне показалось, что в эксклюзив больше стойкость. Но на то он и эксклюзив, его тяжелее достать, чем обычный. Поэтому вот рекомендую обычный аромат пушка. Ваниль, яблоко, потрясающе. Смотрите, как тут сделано красиво. И вообще, так он такой добротный, такая крышка тяжелая. Вот как от пали отличить, будут вопросы 100%. Тут крышка весит просто нереально, вы сразу поймете. Вот так вот все красиво обработано. Поэтому, я думаю, от подделки отличить что-что, а именно Parfum de Marly марку довольно легко. Поэтому вот рекомендую. Идем дальше. Очень классный аромат, ребята, от Mancera. Аромат Oud Café. Класс. Просто класс. Ну, это шедевр. Это... шедевр от Пьера Монталя. Гурманский вкусный для меня аромат. Персик, черная смородина и бергамот, посыпанные молотым ароматным кофе. Прям начинает заполнять комнату даже с флакона. Что представляется мне, когда я слушаю этот аромат? Пригородное кафе вблизи хвойного леса. Представьте, вы пьете ваш любимый капучино, кушаете какой-то сладкий фруктовый десерт и наслаждаетесь жизнью, ребята. Аромат подарит 100% хорошее настроение в прохладные осенние дни. Очень-очень вкусный, на мой взгляд, парфюм. Очень нравится мне. Ну, тут явная гурманика, вот, без сомнения. Аромат очень стойкий. 80 часов с ярко выраженным шлейфом. Пожалуй, все. Здесь кратко, но тут больше ничего и не скажешь. Очень красивая работа от маэстро Пьера Монталя. Всем тестить, всем рекомендую. Ценник довольно демократичный, щедрые объемы, 120 мл. Я думаю, ребят, вам 100% понравится. Mancera Oud Café на осень. Однозначно да. Ну а теперь аромат, с которым я не так давно знаком, но который меня покорил просто с первого, наверное, нюха, вздоха этого аромата. Это Нью-Йорк Шаман, ребят. Посмотрите, какой красивый у него флакон. Я немножко уже запачкал его, залапал. Прошу прощения. Намазал руки кремом час назад. Его, наверное, еще не совсем впитался. Воу. Ну, это топчик, конечно. Это 100% то, что вам понравится, друзья. Вот особенно тем, которые... Особенно тем клиентам, которые мне пишут: Илья, удиви чем-нибудь, вот все надоело, уже все в люксе попробовал, все в нише попробовал, все, да, все, ребят, не спешите, я вас удивлю. Ребят, об аромате. В прошлом году зашел с друзьями в парфюмерный магазин послушать ароматы. Подошел к полкам Нью-Йорк, ну, понравились такие черные флаконы, сразу привлекло внимание мое. Подошел к полкам Нью-Йорк и попросил у консультанта порекомендовать мне мужской аромат из этой марки. Что-то именно мужское.
Девочка сразу же, без сомнений, предложила мне шамана. Также мы общались с парочкой моих клиентов, которые тоже тестили этот аромат. И тоже мне говорили то же самое. Подходил к девочке-консультанту, говорю, вот что-нибудь мужское посоветуйте из этой марки. И все подводят сразу к шаману. Ну и это правильно, я считаю. Он действительно выделяется, он действительно очень хорош. Беру я этот флакон. Я послушал остальные ароматы этой марки и понял, что, конечно, шаман мне нравится больше всех, и я хочу купить себе флакон вот просто сразу, что я, в принципе, и сделал. Аромат красивейший, друзья, аромат просто красивейший, у него такая крышка на магните, деревянная, упаковка классная, я в Инстаграме делал распаковку, переходите по ссылке в описании и посмотрите. Аромат самобытный, аромат маскулинный. Понравился вам всем моим друзьям, которые были со мной тогда. Просто бомба, реально бомба. Очень много комплиментов было получено у меня с ним. Создатели Миньорк, они являются владельцами одноименного магазина в районе Сохо на Манхэттене. Долгое время они привозили в свой магазин лучшие какие-то бьюти-продукты со всего мира. Духи, ароматические свечи, крема, сыворотки. Ну и потом уже с опытом решили запустить и продавать еще и собственный парфюмерный бренд. Сразу стартовали с 11 ароматами, или как они их называют, scent story, парфюмерные истории. Шаман, ну он выделяется. Это такой густой, богатый разными породами деревьев лес после дождя. Очень крутой замес пачули, каких-то травяных аккордов, каких-то зеленых сочных листьев, влажные древесины. И все это сдобрено смолой ладана. 100% аромат зайдет и понравится. Он стойкий, часов 8-9, с сильным шлейфом 100%. Концентрация у него Eau de Parfum. Ребят, это просто супер. Обязательно пробуем, обязательно тестим этого красавца. Дорого, конечно, именно шаман найти довольно сложно. Даже в интернете, если пошуршать, чтобы сэкономить, будет сложно. Вот как-то остальные ароматы марки есть, но шамана вот редко он встречается. Но аромат очень крутой, очень крутой. Вот сейчас на раннюю осень круто. Я думаю, и на холодные температуры это будет то, что нужно. Миньорк Шаман. Ну а дальше тоже очень интересный аромат, друзья. Вот он тут спрятался за джавоем у меня. Это Нишханы аромат, называется Ани. Ребят, посмотрите, как все красиво, качественно сделано. Турецкий бренд делает очень крутую парфюмерию, друзья. Все немножко опять я подзалапал, прошу прощения. Вот такие вот крышки, посмотрите, как все сделано. Очень круто. Все так закрывается красиво. Вау. Вау, друзья. Ну, волшебный какой-то парфюм для меня, вот какое-то волшебство. Вот когда слушаешь даже с флакона, то уже понимаешь, что тут парфюмерный экстракт явно по концентрации. Я вот к носу дотронулся, у меня уже под носом стоит такое облако, оно начинает заполнять прям всю комнату. Мощный, яркий у него старт. Аромат очень уютный, аромат обволакивающий, объемный такой. Аромат на раннюю осень, это будет просто в точку. Я обожаю раннюю осень, знаете, когда надоела жара, хочется одеть кожаную куртку, посидеть в кафе с чашечкой моего любимого американо с молоком, полюбоваться золотистой листвой. Вот какой-то необыкновенный дух витает в воздухе в это время года для меня. И вот этот аромат, он для меня один из двух, о втором я дальше расскажу, вот стал моим идеальным дополнением в это время года. Этот парфюм создавала талантливейший парфюмер Сесель Заркян. Ани – это название древнего города, расположенного на восточной границе Турции. Это
история города Ани. Непростая история, она связана с постоянной борьбой за восточную границу с Арменией. Эти земли завоевывали сотни раз, потому что через Ани лежали почти все торговые пути периода Византийской и Османской империи. Парфюмеры здесь решили объединить все возможные запахи древних времен и заключить их во флакон. Говорят, что аромат создавался с помощью старинных восточных технологий и сырья высочайшего качества. Но я, пожалуй, в это поверю. Он звучит просто потрясающе. Настолько натурально. Я думаю, вы зацените этот аромат 100%. Для меня это округлый, обволакивающий сладкий аромат, в центре которого я слышу черную смородину и розу, усыпанную ванилью, с небольшими легкими освежающими и слегка терпкими нотами бергамота. В целом у аромата очень богатая пирамида, он относится к группе восточные цветочные. Вот здесь посмотрите пирамиду. Очень красивая работа, ребят. Очень красивая работа. Обязательно попробуйте. Это шедевр, я считаю. Нишханы Ани. Дальше тоже мой любимчик. Джавой Инцидент Дипломатик. Это вот тот самый второй аромат, о котором я обещал рассказать, когда вот рассказывал вам о бане. Мужественный. При этом совсем без чрезмерной грубости, вот этой терпкости, очень такой тоже обволакивающий, округлый. Это вот то, что идеально дополнит любой образ в прохладное время года 100%. На осень это просто идеальный вариант, такие флаконы у живой красивые. Аромат обволакивающий, согревающий, очень красивый. Он про мандарин, ветивер слегка прикопченный, совсем чуть-чуть, и пачули. Когда аромат полностью раскроется, будут немного слышны древесные нотки. Ну, тоже совсем чуть-чуть. Кстати, недавно вышел, в 2017 году. Он для меня как теплый, любимый свитер толстой вязки, который не хочется снимать. Вот как-то так. Надеваешь и идешь в нем на улицу в прохладные осенние дни. Вот чистый стиль. История абсолютно универсальная и на любые возраста. В нем куда угодно и под любой гардероб. Парфюм стойкий и довольно сильно шлейфит. Особенно, когда подхватывается ветром, вообще круто. Ребят, обязательно возьмите, попробуйте его. Я вам гарантирую, вы не пожалеете. Джавой Дипломатик. Это будет просто в точку. Дальше очень интересный аромат, друзья, я считаю. Очень интересный. Это Eldo Fat Electric. Это от Liber de Orange. Жирный электрик. Очень интересный и необычный, ребята, аромат. Обращу ваше внимание на флакон. Он уже прям из флакона необычный. Я помню, когда слушал его первый раз, подумал, что его создал Гезе Шоен с его футуристичным вот этим звучанием. Оказалось, нет. Аромат был создан парфюмером Антуаном Мезудье. И он, на мой взгляд, звучит очень футуристично. Жирный электрик. А здесь написано полумодернистический ветивер. Этот аромат, прежде всего, про ветивер. Он очень интересно обыгран апопанаксом. Это такая ароматическая смола. Очень интересная пирамида у него. Ветивер, апопанакс. Мира, это тоже вид смолы древесной, ваниль, засахаренный каштан, взбитые сливки и лист оливы. Представьте себе такую композицию, да? Сливочность, кстати, на старте чувствуется. Прослеживается нота какой-то синей изоленты, что ли, под раскаленной. На солнце, в хорошем смысле, безусловно, этого слова. В общем, аромат бомбовый, реально. Просто пушка, ни на что не похожий. Это стойкий парфюм, шлифит довольно сильно, но сидит близко к коже. Он сидит близко к коже. Опять-таки, под любой образ и куда угодно. Для меня это аромат из будущего какого-то. Очень круто, я рекомендую всем его попробовать. Жирный электрик от Eldo. Пробуем и кайфуем. Так, где он стоял? Здесь где-то? И дальше, собственно, Body Cavut. Вот это, конечно, очень интересно, ребят. Этот аромат уже Гезе Шоен, и невероятная штучка от него. Body Cavut. Этот аромат появился вследствие сотрудничества линии одежды Body Cavut
Эпатажный английский бренд высокой моды отличается нестандартным современным дизайном и высоким качеством своих экстравагантных творений. И, собственно, революционного парфюмера Гезе Шойна и его марки Eccentric Molecules. Он, ребят, сносит мне голову. Аромат, я не знаю, как вам его даже описать, но это просто нереально. Он нереальный, он аромат, который, я не знаю, инопланетяне забыли на Земле, наверное. Что-то невероятное. Название аромата произошло от имени кельтской королевы Боудики, возглавляющей восстание против римлян. И от Wood, в переводе с английского вайда, растение, ярко-синий экстракт которого применялся древними кельтами для нанесения на тело мистических знаков, устрашающих их врагов. Разложить на ноты этот аромат для меня очень сложно. Вот тут будет пирамида, посмотрите. Ну, если так в общих чертах, немного свежий, чуть-чуть сладинки где-то вдали. Табак, что ли, или специи какие-то, очень сложно разобрать. Основа аромата — это эксперимент Гезе Шойна с наркотическим звучанием английской вайды и китайского опиума, создавая дурманящий воинственный эффект. Он для меня бодрящий, вот слушай его, у меня как будто мозги лучше начинают работать, реально. Аромат мистики, крышесносный аромат, в общем, абсолютно. Его время, я считаю, это прохладные и спокойные температуры, хорошая стойкость у него до 9 часов, сильно шлифит. Послушайте меня и затестите этот аромат, он просто нереальный. Вау. Дальше. Фредерик Маль, French Lover. Класс. Очень классная работа. Отличный мужской аромат, на старте слегка горьковат, что ли, но в нем есть что-то такое лесное, мшистое, свежее. Когда аромат подсохнет на коже, можно проследить специевые нотки. В целом это аромат спокойной мшистой зелени. Немножко о марке расскажу. Марка Фредерик Маль — это всегда высочайшее качество. Фишка бренда — это то, что над каждым ароматом, над каждой парфюмерной композицией работает какой-то известный парфюмер. В данном случае это Пьер Бурдон. Фредерику Малю пришла идея пригласить сразу нескольких парфюмеров для создания коллекции мужских и женских ароматов с запоминающимися с первого мгновения нотами. И вот у Маля реально каждый флакон, каждый аромат — это порода, то есть он узнаваемый 100%. Каждый аромат создается на основе эфирного масла. Это результат работы одного парфюмера, его личная история и настоящее произведение парфюмерного искусства. Куда надеть этого красавца? Сразу скажу, что это парфюм, который пахнет дорого. Это... тут читается сразу, поэтому спортивки точно нет, а так всем он придется впору, в принципе, и на работу супер, и на прогулку классно, и на учебу сгонять можно, скажут, у парня есть вкус, классный аромат. Вот я вам гарантирую, попробуйте его и будете заказывать флакон. У Маля что не аромат, то реально шедевр. У меня в коллекции пока с этим 4 аромата, но их будет гораздо больше, 100%, поэтому рекомендую всем. Фредерик Маль, French Lover. У меня, кстати, вот полтинничек, была просто хорошая цена. Взял полтинник, но уже заказал сотку, уже едет ко мне сотка. Аромат реально пушка. Вот такая подборка, друзья, у меня была для вас. Выберите себе какие-нибудь из этих ароматов, кайфуйте. Пусть у вас будет хорошее настроение и все будет на высшем уровне всегда. Если вам понравилось то, о чем я тут толковал, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и жмите колокол, чтобы не пропустить новые видео. Будет еще очень много интересного, друзья. С вами был Илья, пахните круто, увидимся с вами в новых видео. Пока!